не знаю, что это за два человека, но правда не знаю. Тут я первый раз слышу, что какие два россиянина или кто там возглавляет ополченцев. Вот. Но вообще, чтобы давать какие-то оценки, ну, понимаете, надо быть там. То есть надо быть, вот, посмотреть на эти глаза, пообщаться с ними, и тогда что-то будет как-то понятно. То есть я все-таки в этом плане не знаю, просто реально, кто там, как, что за люди, какие, ну, надо, большинство ли они, эти люди, большинство ли они олицетворяют, да, то есть условно. Если да, то это одно дело. То есть что там вообще? Не знаю.